26 марта в Театре БУМС прошла торжественная церемония поздравления и награждения, посвященная Дню работника культуры, который является общим профессиональным праздником для людей всех творческих профессий или работающих над сохранением и популяризацией культуры. Тех, кто призван дарить тепло и радость, поздравил и поблагодарил исполняющий обязанности главы администрации Сланцевского района Александр Хоперский. Он отметил, что представители культуры сланцев заслуженно признаны за пределами не только района, но и Российской Федерации. Выражаю слова искренней благодарности за вашу нелегкую работу, за ваше доброе и душевное отношение ко всем вашим поклонникам, нашим жителям. И я искренне желаю вам успехов, искренне вам желаю благополучия. И поздравляю вас с праздником. Я надеюсь, что мы свою марку в Сланцевском районе не уронили. В течение вечера почетными грамотами и благодарностями администрации и совета депутатов Сланцевского района и городского поселения награждались представители библиотек, домов культуры, руководители ансамблей и театральных коллективов. Также благодарственными письмами главы администрации были награждены ведущие творческие коллективы города и района. Слова поздравлений перемежались с музыкальными подарками, звучали аплодисменты в честь флагманов сланцевской культуры. Повсюду сияли улыбки на лицах на этом замечательном празднике праздничных людей.